sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Bir şey yok. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Nereye götüreceğiz? Kız öldü biliyorlar. Kimliği bile yok. Devran doğru söylüyor. Kurşun yarısı olduğu belli. Soruşturma açılacaktır. Meleği tutuklayabilirler. Bir ahbabımızın kliniği var. Oraya götürelim. Orada kimse sorgu sual etmez. Hadi bin. Hazat Efendi, değer verdiğin insanlar ne hale geliyor? Gördün, Zehra ölüyordu. Senin yüzünden Melek de kızının katili olacaktı. Bütün bunlar benim yüzümden değil Devran. Senin yüzünden. Успокой его, Зимрюд.
Мне уже плохо. Он не замолкает. Наверное, почувствовал, что произошло с мамой. Как Милик сделала это? Как могла выстрелить свою дочь? Из-за меня. Это моя вина. А ты что сделала? Я хотела защитить Деврана. Иначе Милик убила бы его. И потом нечаянно выстрелила в Зихру, когда я ударила по руке. Зихра, дорогая, не бойся. Ничего страшного нет. Где моя мама? В доме. Тебя смотрит. И ты поедешь домой, хорошо? Аллах, это разве не Милик Керман? Видимо, не она, но похоже. Это она, госпожа Милик. Смотри сюда. Я не успел спросить, что вы делали рядом с домом? Или знали, что Милик хочет убить меня? Нет, не знали. Я так и думал, что закончится этим. Она мать. А из-за тебя ее дочь страдает. Чего ты ожидал? Что бы ты сделал на ее месте? Сделал бы правильный выбор. Я тебе скажу кое-что. Умный человек прав. И всегда рядом с законом. Слышь ты, здесь я прав. И я закон. Я главный здесь. Вбей себе это в голову. Все, что я вижу и слышу. То, что ты используешь свою силу и власть. Ты используешь силу и причиняешь людям боль. Ты обижаешь невинных людей. Нужно заботиться о своей жизни. Прекратите оба. Здесь не место и не время. Алло? Ну что, новости есть? У нас в доме заварушка. Не узнал еще. Сегодня узнаю и сообщу. Хорошо. Харун? Езжай в деревню и узнай, что и как. Найдем жену, найдем и ребенка. Отталкивайся от этого. Хорошо, господин.
Как же такое может быть? Она пыталась убить моего сына. Пусть Аллах проклянет ее. Лучше скажи спасибо Фатьме. Если Девран и жив, то благодаря ей. Как это? Фатьма прыгнула и спасла его, словно родного сына. Ну, спасибо тебе. Где эта бесстыжая женщина? Или сбежала опять? Милек во дворе? Ничего не соображает от волнения. Когда пришли, ее там не было? Брось, пускай идет к черту. Шахмезад, где Милек? Я не знаю, давно ее не видела. Так, с ребенком все хорошо. Рана может побаливать, но это недолго. Можете забрать ее домой. Завтра жду вас на обследование, хорошо? С прошедшим. Пусть выздоравливает. Спасибо, доктор. А вы поговорили с мамой? Сейчас поедем домой. Там ее и увидишь. Может быть, позвоним ей? Я беспокоюсь очень. Алло? Девран? Как Зихара? Все хорошо? Слава Аллаху, все хорошо. Домой выписывают сегодня? Хорошо, пускай едет к ребенку. Милек там, дайте мне ее. Сынок, Милек не рядом. Сейчас дам трубку ей. Милек нет в доме. Ее нет? Куда она ушла? Фатьма, дай мне Милек. Господин, я смотрела везде. Ее нет. Может быть, в больницу поехала? Может быть. Вернется домой, сообщи.
прикажешь. Куда ушла моя мать? Это у вас нужно спросить. Милек опять сбежала, да? Опять задумали что-то? Нет, Девран. Свою дочь она не бросит, тем более в таком состоянии. Дочка, ты не переживай. Наверное, пытается приехать сюда. Увидим ее по дороге обратно, хорошо? Есть новости о Зихре? Да, с ней все хорошо, слава Аллаху. Если с ней что-нибудь будет, не расстраивайся. Ничего не случилось, все хорошо. Ладно, я пойду чай отнесу, пока не остыл. У них и так нет настроения, будут орать еще. Видела, да? Землют чуть не выдал у нас. Эти фразы, эти взгляды, видела? Нравится, не так ли? Смотри мне, Фатьма, вбей себе это в голову. Май Деврана я, а не ты. Почему наезжаешь на меня, а? Что мне надо было делать? Бросить его, чтобы его застрелили? Даже если Девран выбрал тебя, он мой сын. Часть моей жизни. Зихра, мне позвонил Харун. Я сразу прибежал. Как ты, Зихра? Все хорошо? Али, отвези Зихру домой. Я пойду искать Милек. Опять куда-то убежала. Хорошо, пойдем, Зихра. Я тоже пойду с ней. Может быть, будет помощь нужна? И Милек нет. Тебе незачем. У нее семья есть. Муж. И мы за ней присмотрим. Ты не беспокойся, тетя Зейнеп. Найдите мою мать, хорошо? Помогите ей. Ей, наверное, очень плохо сейчас. Пойдем, Зихра. Зихра, давай, заходи.
Не прикасайся ко мне. Держись подальше. Зихра? Девочка моя. С прошедшим, как ты? Ах, девочка моя. Я не хотела, чтобы с тобой что-нибудь было. Ты ведь знаешь это. Как я могу навредить тебе? Не расстраивайся, тетя Фатьма. Пойдем, я тебя уложу. Ты отдохнешь. Мама пришла? Нет, девочка. Пойдем. Хорошо. Друг, билет она не брала, ни на автобус, ни на самолет. Где же ты, Милек? Что опять задумала? Я думала, она здесь, но... Дай бог, мы найдем ее раньше, и будет возможность поговорить. Дай Аллах. Я уверена, ей очень плохо. Поехали на рынок? Может быть, поехала в магазин? Возможно. Давай поспешим. Не плачь, сынок. Не плачь. Матушка. Не могу его усыпить. Может быть, заболел? Ищет запах матери. Отнеси к маленькой невесте. Мама, отдай мне его. Ты устала. Давай, иди к папе. Как пришла, даже о сыне не спросила. Нет, сынок, так не получится, дай мне. Умри ты, чтобы у Зихры была жизнь. Сынок! Слава Аллаху, что не спишь. Мама пришла? Не начинай про нее. Даже не спросила о сыне. Он к матери хочет, он маленький.
учительница? Вы что, вернулись в школу? Я забыла книжку, вернулась за ней. Как ваша дочь? Тоже придет в школу? У меня нет дочери. Умерла при рождении. Но... А почему ноги голые? У вас все хорошо? Вы же замерзнете. Давай садись. Скоро и остальные придут. Будет урок. Смотри, я приготовила отвар для стимуляции молока, плов и компот. Я не хочу, тетя Фатьма. Я ничего не хочу, пока матери нет. Тетя Фатьма, скажи правду хотя бы ты. Вы что-нибудь узнали или нет? Или, может быть, ее задержали из-за меня? Дочка, если бы я знала что-то, думаешь, промолчала бы? Конечно, скоро вернется. Не оставить тебя ведь так. Не расстраивайся, красавица моя. И здесь ее тоже нет. Куда она могла пойти? Дядя Азат! Дядя Азат! Беляль? В чем дело? Что-нибудь с отцом? Нет, учительница Мелек. Мелек, ты ее видела? Да, ей очень плохо. Где? Где ты ее видела? В школе, в нашем классе. Она пришла босиком. Не отвечала мне. Говорила всякий бред. У нее шок. Она не в себе. Быстрее поехали. Кадим. Давай, сынок. Давай, просыпайся. Открывай глаза. Кадим. Нет. Так не пойдет. Завтра с утра поедем в больницу. Да ну, мама. Отдыхает, что с ним будет? Ты что, не видишь Бахие? Ему совсем нехорошо. Скажи доктору. Завтра утром мы приедем. Мелек. 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 Мелек.
Милек! Милек, где ты, дорогая? Милек! Маленькая невеста, ты почему встала? Я беспокоюсь за мать. Нет новостей, иди. А может, позвоним Азаду и Зинеп? Я уверена, они знают что-то. Аллах. Оставила ребенка одного и пришла сюда. Все про мать говорит. Девочка моя, твоя мать чуть не убила тебя. Это было случайностью, она же не специально. Моя мать этого не хотела ведь. Что будем делать, Азад? Будем искать, пока не найдем. Девран? Вы знали, что она здесь. Почему не сообщили, а? Ее здесь нет, Девран. Она ушла. Смотри мне, Азад. Если опять врешь, я вас обоих прикончу, понятно? Милек? Милек? Что за вид? Дорогая моя, с тобой все хорошо? У меня все хорошо. А ты кто такая? Я прошу вас, всего лишь один звонок. Если бы были новости, мы бы узнали. Дуран ее везде ищет. Кто такие Зинеп и Азад, а? Если муж не знает, откуда им знать? Что делает Джамаль, а? Милек, ты что, не помнишь меня? Я Азад.
Азат, я вспомнила, друг детства. Мы с тобой в детстве играли вместе. И тебя, Девран, я вспомнила тоже. Милек, я доктор Зинеп, твоя близкая подруга. Ты не помнишь меня сейчас. Я думаю, у тебя просто шок. Что? Хватит прикидываться. Мне что, поверить в это? Давай, Милек, вперед. Отпусти. Почему идти с тобой? У меня уроки. Милек, какие уроки? С ума сошла? Вперед! Мы идем домой. Как ты можешь так обращаться со мной? Ты кто? Муж, поняла меня? Я твой муж. Вперед! Я ведь не замужем. Все, довольно. Вперед! Девран, отвези ее к доктору, она не в порядке. Азат, бежим. Давай, пойдем. Сходим к нему. Вперед. Боже! Джамал! Джамал, сынок! Дыши, дыши, дыши! Молодец. Молодец. Видела, что сделала? Еще немного и задохнулся. Ты чуть не убила его. Зюмрюд, чего кричишь? Мама, покрывало чуть не задушила его. А ей наплевать. Оставила и ушла. Оставила его одного, беззащитного. Что же ты за мать такая? А если бы он умер, а? Не о матери беспокойся, а за ребенком приглядывай. Хоть бы она сдохла, и мы избавились от нее. Я была замужем за другим. Потом мы развелись. Я больше не выходила замуж. Кто ты такой, а? Что ты хочешь от меня? Куда меня везешь? Хватит. Не притворяйся, Милек. Заткнись. Милек. Милек, стой. Отпусти меня. Я не твоя жена. Вот, смотри. Что это? Видишь, это ты. Ты поняла меня? Это ты. Поняла? Я не помню этого.
Давай, пойдем. Она не вспомнила, да? Такое бывает иногда. В течение суток люди приходят в себя, а иногда затягиваются на пару дней. Зейнеп, я не могу вот так вот сидеть. Я хочу ее увидеть и помочь уехать с Зихрой. Но у нее есть муж. Да, будь он проклят. Азат. Мелек поехала к Зихре ведь. Ей будет лучше, не переживай. Я не поверю, пока все не увижу. Мелек, слава Аллаху, ты вернулась. Я беспокоилась. Проходи. Выпустите меня отсюда. Мама. В чем дело, Девран? Куда она ушла? Ничего, вышла подышать. Тетя Фатьма. Давай я отнесу ей. Пожалуйста. Пожалуйста. Нельзя. Если узнают, буду злиться. Погубит ее. Пожалуйста, тетя Фатьма, я хочу ее увидеть. Она расстраивается. Тогда будет счастлива. Я прошу тебя, пожалуйста. Ради Аллаха. Хорошо. Только подожди, чтобы Девран не злился. Быстро. Я открою дверь. Mm-hmm.
Смотри, я принесла поесть. Ты беспокоилась, не так ли? Тебе нельзя приходить ко мне, да? Но не беспокойся, не расстраивайся. Совсем не болит? Что ты несешь, а? Ну, когда ты выстрелила в меня, только звук услышала и все. Мазью намазали, перевязали, и все прошло. Смотри. Кстати, это... Когда я уехала в больницу, на тебя сильно злились, да? Зачем ты рассказываешь мне все это? Иди, скажи кому-нибудь. Пусть меня вытащат отсюда. Я хочу пойти домой. Какой дом, мама? Какая мать? Мама? Что с тобой? Не приближайся. Не прикасайся ко мне. Есть кто-нибудь? Выпустите меня! Я хочу поехать домой! Есть кто-нибудь? Я же есть мама! Кто ты? Кто ты такая? Зихра, твоя дочь. У меня нет дочери, она умерла. Умерла, поняла? Интересно. Зихра увидела Милек. Надеюсь, они не будут против их встречи. Дай Аллах. Я не могу вот так вот сидеть. Ты бы позвонила Деврану. Со мной говорить он не станет. Может быть, тебе расскажет, а? Мне расскажет? В этом я не уверена, но позвоню. Алло. Девран, привет. Это Зинеп. Чего ты хочешь? Зачем звонишь? Беспокоимся, Милек. Есть улучшение? Как ты смеешь звонить мне? Я интересуюсь здоровьем твоей супруги. Больше не звони мне. Не смей. Не клади трубку. Зихра увидела Милека? Ну что? Сбросил трубку. Нет, нет. Я не умерла. Смотри, я напротив. Я не умерла. У меня нет дочери, понимаешь? Моя дочь умерла при родах. У меня ее нет. Ты поняла меня? Зихра, что?
что происходит? Мама! Не называй меня так. Я тебе не мать. Она не узнает меня, тетя Фатьма. Разве может быть такое? Милек, девочка моя, ты еще кто? Кто ты? Позови кого-нибудь, хватит. Я хочу выйти отсюда. Я поеду домой. Насильно, что ли, будете удерживать? Хватит. Хватит, я уйду. У нас же нет другого дома. Хватит! Мама, не трогай меня! Зихра! Я говорю, что хочу поехать домой. Выпустите меня! Не называй меня матерью! Я тебе не мать, моя дочь умерла! Я не смогла пойти. Мама! Я пойду домой. Домой пойду. Мама! Наконец-то! Откройте эту дверь! Я хочу поехать домой! Откройте эту дверь! Я хочу уйти домой! Откройте! Милек! Пожалуйста, отпусти меня. Я хочу пойти домой. Пожалуйста, отпусти меня. Отпусти меня, прошу тебя. Хорошо, пошли. Я не знаю, кто здесь. Почему вы меня держите? Я прошу вас, отпустите меня. Зайди домой, давай. Я тебе все объясню. Заходи, давай. От нее пользы не будет. Придет полиция, отдай ее. Собери вещи, пусть валит отсюда. И в поселке ее не будет. Чуть не убила тебя. А вдруг придет и нам навредит? Она сошла с ума, голова не на месте. Нет, все нормально. Она просто притворяется. Сынок, она чуть не убила тебя. Какое притворство? Бабушка права. Пока она здесь, будут проблемы. Даже дочь не хочет. И от нее может избавиться ведь. Милек не уйдет. Она поправится, не волнуйтесь. Почему мама так себя ведет, тетя Фатьма? Почему не узнает меня? Почему? Когда тебя раненую увезли, она перенервничала. А если не узнает меня? Конечно, узнает. Поспит, проснется, и все будет хорошо. А если останется такой? Если больше не захочет меня.
Мама? Заходи. Видела? Девран говорит, притворяется. А вдруг реально свихнулась? Возможно. Я такого еще не видела. У нее бешеный взгляд. А если правда сошла с ума? Сколько будем держать ее здесь? Смотри сюда. Вместо того, чтобы думать о ней, подумай о себе. Смотри, это твой шанс. Женщина ему уже не жена. Если даже и притворяется, это твой шанс. Возьми его в свои руки. Не переживай, я так и сделаю. Но давай узнаем, притворяется или нет. Девран, сынок. Спасибо, тетя Фатьма. Ты спасла мне жизнь. И если бы ты ее не дернула, меня бы здесь не было. Чтобы тебе не навредили, я сделаю все. Ты мой единственный сын. Дай Аллах тебе здоровье. Милек очень плохо. Нет, не беспокойся. Опять задумала что-то, вот и все. Нет, сынок, это не так. Она утверждает, что дочь ее мертва, не узнает даже Зихру. Тетя Фатьма, она меня много раз обманывала. Я пожалел ее и даже позволил ей уйти. Ты же знаешь. Сынок, говорю же тебе, даже дочь не узнает. Хватит. Она меня больше не обманет. Смотри мне. Никому об этом не рассказывай. В этот дом никто не войдет и отсюда не выйдет. Ты поняла меня? Прошу. Чего-нибудь хочешь на вечер? Сделают, я прикажу. Нет. Где мой телефон? Если что-нибудь нужно, звони, я сделаю. Я поумнела. И больше не слушаюсь тебя. Дядя Девран? Чего? Моя мама. С ней не все в порядке. Может быть, доктору ее отвезти? Может быть, лекарства выпишут? Какой на этот раз план, а? Побежите из больницы? Азат и Зинаев ждут уже там, да? Нет, дядя Девран, клянусь, такого нет. Она даже и меня не помнит. Она как будто больна. Ничего не будет. И ваш план тоже не сбудется, понятно?
Легкая работа, сестра Фатьма. Спасибо, Азат. Добро пожаловать. Тетя Фатьма, как Мелек? Хорошо. Вчера было все плохо. Ты, наверное, ходишь к ней и все знаешь. Она больше не обманет меня. И смотри мне. Никому об этом не рассказывай. В этот дом больше никто не войдет и не выйдет. Хорошо. Тетя Фатьма, Зихра и Мелек увиделись? Какая реакция была у Мелек? Это... Сестра Фатьма, ступай внутрь. Что? Девран, не начинай. Мы пришли узнать, как Мелек. Азат, у Мелек все хорошо, понятно? Вы слышали? Топайте отсюда. Аллах, пускай мама поправится, вспомнит меня, назовет меня дочерью, своей Зихрой. Дядя Азат? Девран, нам кажется, у нее шок. Позволь нам ее увидеть. Может быть, мы поможем чем-то. Мы сами поможем ей. Давайте, топайте отсюда. Раз она в порядке. Почему не показываешь нам ее? Мелек моя жена. И мне решать, что делать, понятно? Позволь, хотя бы издалека ее увидим. Нет. Проваливайте. Пойдем, Зейнеп. Тетя Зейнеп, дядя Азат. Дядя Девран, позови тетю Зейнеп. Она доктор. Хотя бы посмотреть на мать. Откройте дверь. Я пойду домой. Мама! Откройте дверь. Я хочу домой, понимаете? Я пойду домой. Откройте дверь.
Девран, стой! Послушай меня. Милек не играет. Это не притворство. Я обманула Азада. Но я боюсь, она не в порядке ведь. Покажи доктору ее, пока не поздно. Было бы хорошо. Смотри сюда, Фатьма. Милек сделает все, чтобы уйти с Зихрой. И не нужно ее жалеть. Больше нет жалости ни для нее, ни для Зихры. София? Да чтоб твою, София! Сколько раз говорить? Я Фатьма, не София! Вылезла изо рта. Я что-то пропустила? Что говорит Девран? Боже, дай мне терпение. Давай вперед. Вперед, иди. Матушка, брось, я сама все сделаю. Не заморачивайся. Я сама все сделаю, оставь. Какое заморачивание? Я и камни могу поднять. Мой кадым готов. Я соберусь и пойдем в больницу. Нет, мама, ты не езжай. Мы с Рустемом сами отвезем. Нет, я тоже пойду. Поговорю с доктором. Я хочу сама все услышать. Когда мой сын поправится? Когда встанет на ноги? Мамочка, нас и так затаскают по больнице. Оставь. Не утруждай себя. Мы сами его отвезем. Не утруждай себя. Зихра пойдет на перевязку. Скажи Лейли, чтоб помогла Зимрюд. Джемаль не замолкает. Он не показал Милек. Но хотя бы от Фатьмы узнали, что она в порядке. У меня нет доверия к Деврану. Ты не заметила? Он не показывал нам Милек. Это так. Но тетя Фатьма же не станет врать. Милек в порядке, она говорит. В конце концов, она заходит к ней. Я не знаю, Зейнеп. Пока не увижу ее, я не успокоюсь. Надеюсь, все хорошо. Давай, увидимся. Увидимся. У меня нет дочери. Умерла при родах. Ее похоронили. Похоронили в землю. У меня нет дочери. Ты поправишься, мама. Ради этого я сделаю все. Чтобы ты вспомнила. Я тебе обещаю. Матушка, зачем тебе ехать? Мы сразу же вернемся. Пойдем, пойдем. Скажи Рустему. Пусть подгонит машину. Посадим его в машину. Давай. Бабушка Нурджин. Вы к доктору? Да. Как твое плечо? Давай, собирайся. Пойдешь на перевязку. Бабушка Нурджин, у меня все хорошо, но вот мать не в порядке. Покажите ее врачу. Она ничего не помнит. Очень нервная. Это не из-за болезни. Просто хочет свалить отсюда, вот и все. Нет, бабушка, она не врет, правда. Отвезите ее к врачу. Пусть выпишут лекарства, я прошу вас. Я же тебе говорила. Про пастуха и врунишку, не так ли? Пастух и врунишка?
Жил-был пастух Врунишка. Однажды ему стало скучно. Побежал к владельцу коз и сказал: «Бегите, там волк пришел, он съест всех!» Начал он кричать. Они побежали босиком, в крови и поту. Прибежали и увидели. Что нет ни волка, никого другого. Пока пастух Врунишка ржал, люди стали расходиться. Но вот однажды пришел волк на самом деле. Пастух Врунишка звал всех на помощь, но никто не пришел. На этот раз ему никто не поверил. Вот так же и у вас. Ты и твоя мать кричите. Никто на помощь не прибежит. Вас никто больше не услышит. Азат, добро пожаловать. Здравствуй. Все нормально. Азат, они бросили. Кто? Рабочие. После вчерашнего испугались, конечно же. Что поделать? Спасибо им. Давай, напишем хотя бы объявление. Иначе ничего не успеем. Не старайся попусту. Почему? Если не наймем рабочих, мы ничто не успеем. Тут больше некому работать. Мы взяли пару номеров у наших клиентов. Некоторые заказы у нас уже забрали. Мы не сможем выплатить зарплату рабочим. Бесер, позови друзей, поговорим вместе. Хорошо. Хочешь, в кафе тебя отвезу, а? Выпьем чаю, поедем сладкого. Нет, я хочу к матери. Минуту. Слушаю, Девран. Новый клиент? Мы с Зихрой в больнице. Скоро приедем, давай увидимся. Зихра, Керман. Я пойду одна. Так, снимаем. Вы себя чем-то утруждали? Да, случайно. Нужно быть осторожнее и не поднимать тяжести. Могу воспользоваться вашим телефоном? Снаружи ваш супруг, у него нет телефона? Это он не разрешает. У меня мать болеет. Правда, это очень важно. Я прошу вас, это очень важно. Есть те, кто ушли. А мы не можем держать тех, кто хочет уйти. Мы знаем, кто ушел и почему ушел. И поэтому мы ничего не успеваем. Но мы справимся. Не хочу, чтобы вы ели нечестный хлеб. Я стараюсь, чтобы вы заработали честно.
Мы немного устанем, немного попотеем. Но дай Аллах, все будет хорошо. Ну, с Богом, пусть Аллах даст нам сил. Давай, дядя Азат, подними трубку. Это... Спасибо вам. Не за что. Да, вы правы. В его рефлексах есть регресс. Раньше он был лучше. Из-за чего же это, доктор? Мы что-нибудь сделали лишнее? Что-нибудь не так? Мама, что мы можем сделать не так? Вы ему давали другие лекарства? Нет, только те, что вы выписали. Но... А вы? Нет, господин доктор. Некоторые показатели слишком высокие, видите ли. Вы давали ему успокоительное или снотворное? Бахие? Ах, да. Ночами он плохо спал, господин доктор. Смотрел в глаза, как будто помощи просил. Я не выдержала, дала ему снотворное. Я выпишу новый рецепт. Не давайте ему других лекарств. Замедлите выздоровление. Пойдем, Зихра, я опаздываю, поспеши. А можно я пойду? В чем дело? Ты хотел поскорее к маме? Чтобы ты сильно не опаздывал. Ну хорошо, пойдем. Я принесла еды. Я не хочу вашу еду. Я хочу домой. Папа волнуется за меня. Я пойду. Поешь, ты же проголодалась. Если что, позови меня, хорошо? Я сразу приду. Я пойду на урок. Дети меня ждут. Отпустите меня. Мелик, какие уроки? Вы не можете держать меня силой. Я хочу уйти. Нельзя, девочка моя, нельзя. Что опять происходит? Она заладила, что хочет уйти. Выйди, я ее накормлю. Нельзя, госпожа Лейла. Мелек не в порядке. Она не помнит нас. Выйди, говорю. Я много ухаживал за больными. И знаю, что нужно делать. Давай. Мне нужно домой. Мама и папа волнуются. Отец везде меня ищет. Отпустите, я уйду. Я знаю твоего отца. Правда? Знаешь? Да. Он прокурор, не так ли? Да. Он прокурор.
Смотри, позвони ему и скажи, что Мелек здесь. Он придет и заберет меня. Скажи ему, что я здесь. Хорошо, позвоню. Хотя, позвони сама. Спасибо. Не можешь вспомнить номер? Позвони ты. Ну, позвони. Прокурор Сами, все его знают, скажи. Скажи, что Мелек здесь. Пусть придет и заберет меня. Скажи. Скоро потеплеет. Возьмешь Джамали на прогулку. В целом, ты хорошая девушка. На тебя влияла мама и Азат. Ну да ладно. Пойдем в магазин. Закажу тебе чай. Алло, да. Алло? Алло? Я хотела позвонить подруге. Айлин. А попала к вам? Наверное, вы ошиблись. А может быть и нет? Да? То, что мы называем правильным, по правде говоря, неправда. А неправда может оказаться правдой. В этом лживом мире. Нельзя заранее знать, что будет. Мы не знаем ведь истину. Что вы говорите, сестра? Я ничего не понимаю. Посмотри на правильную сторону стакана. Стакана? Ты чаю хочешь, что ли? Сколько? Он называет меня сестрой. Алло? Бросила трубку. Кто заказывал тостер? Он назвал меня сестрой. Само с тобой разговариваешь? Не получается. Он не замечает меня. Как будто у нас закрыты глаза и рот. Надеюсь, у него нет никого? Как еще можно все это объяснить? Шахмизат, давай вставай. Скоро все придут. Еще ничего не готово. Давай, вставай. Ты доктор? Как ты можешь давать лекарства, не зная ничего? Мама, не делайте так. Я же говорила вам. Он мучил меня. Он мой муж, часть моей жизни. Пока вы сладко спали. Он что, должен был мучиться, да? Хорошо. Но будь осторожна. Если с ним что-нибудь будет, спрошу с тебя. Знай это. С сегодняшнего дня он тоже хозяин этого магазина. Наравне со мной. Все проходит и через него тоже. Прошу, господа, это моя визитка. Если что, звоните мне. Давай закажем чай. Хорошо, брат. Зехра, если скучно, я позову Рустема, он тебя отвезет. Нет, не нужно. Хорошо. Здравствуйте, удачной работы. Здравствуйте. Что-нибудь нужно? Да, принеси, пожалуйста, чай. Хорошо, приятного аппетита.
Зихра, красавица, как дела? Забыла, что ли, меня? Забыла, что ли? Разве могу забыть? Зихра, если что-нибудь нужно, подойди к чайхане. Все, что понадобится, сделаю. Дядя Хельми, а есть липа? Конечно, есть, моя красавица. Там много чего есть. И самое оригинальное даже. Вот, возьми это. А мы-то подумали, почему он не просыпается? Оказывается, снотворное ему давала. А со стороны кажется, что умная. Но не безнадежная. Ведь делала все это ради тебя. Ну да, это так. Ай, Зумрюд. Слова Аллаху послушала тебя. Смотри, Кадим, это Зумрюд поняла, что с тобой что-то не так. Мы все ждем, чтобы ты встал на ноги. Я пойду на кухню. Если ты и помрешь, мне жалко не будет. Но нет, так легко ты не уйдешь. Ты будешь жить, встанешь на ноги и всем расскажешь правду. А пока не скажешь ее, я не позволю тебе умереть. Матушка? В чем дело? Что еще может быть? Матушка Норджин. Захотела к доктору, вот и все. И в итоге все узнала. И? Что сказала? Это не проблема. Я все замяла. Проехали. Главная проблема, что будет, если он поправится? Вот тогда мы сгорим. Смотри сюда, Лейла. Можно что-нибудь придумать, чтобы он не встал на ноги. Придумаем. Не беспокойся. Матушка, Мелек и правда сошла с ума. Пока вас не было, я ходила к ней. Она ничего не помнит. Просила позвонить отцу. Отцу? Да. А разве он не прикован к постели в Стамбуле? Да, но она думает, что он здесь. Хорошо. Была одна проблема, и она решена. Теперь мы от нее избавились. И скоро Девран выкинет ее из дома. Своими же руками. Как? Откройте дверь. Я пойду домой. Вы не можете держать меня здесь силой. Отец волнуется за меня. У меня нет дочери. Она умерла. Умерла. Когда была маленькая, умерла. Мы ее похоронили.
И уроки пропустила. Школьники меня ждут. И отец волнуется очень. Господа, на следующей неделе будет ярмарка. Будем закупаться. Молодежь, закончили уже? Приятного вам аппетита. Приятного аппетита. А это еще что? Отнеси дяде Азаду. Азат, Зехра, отправила это вам из магазина. Моя мама не узнает меня. Помогите, дядя Азат. Смотри, я тебе принесла это. Поешь. Спасибо тебе. Ты звонила отцу? Он меня заберет? Поговорила с ним? Да, заберет. Подожди только немного, ладно? Спасибо. Мне никто не помогал, кроме тебя. Спасите! Убивают! Ты что делаешь? Спасите меня! Я тебя домой отвезу. Тебе, наверное, скучно. Здравствуйте. Зехра, как ты? Тебе уже лучше? Спасибо, брат. Хорошо все. Ты как? Как дела? Слава Аллаху, работаем. Ни на что не претендую, не завидую никому. И правильно делаешь. Мы все делаем так. Пойдем, Зехра. Зехра. Тетя Зейнеп отправила тебе это. Оказывается, твое. Пойдем. Удачи в работе. Вперед, Зехра. Ты что делаешь? Постой! Постой! Она меня погубила. Помогите мне! На помощь! Не делай этого. Хватит. Пусти меня. Ты что делаешь? Пусти. Отпусти меня. Боже ты мой. Мама. Ты что делаешь? Отпусти. Отпусти. Напал на меня, мама. Мелек, что же ты делаешь? Я ничего не делала. Она сама. Сама. Она сама. Она голову потеряла. Еще чуть-чуть и убила бы меня. Я ничего не делала. Включите радио.
Нет. Смотри, буду петь. Я почитаю книгу. Ты что делаешь? Не трогай меня. Успокойся, Зихра. Я тоже люблю книги. Мы привезем доктора в полночь. В чем дело? Что с ней? Мы говорили тебе, а ты не понимал. Эта женщина-псих. Она потеряла память. Смотри на эту беднягу. Что сделала с ней, а? Она душила ее. Еле вырвали из ее лап. В нее вселился шайтан. Что ты делала в ее комнате, а? Я же говорю тебе, не входить. Мне было жалко ее. Думала, пусть поест немного. И вдруг напала на меня. Что бы ты ни говорила, нападет. Ты что, тоже потерял голову? Открой глаза. Хотела убить Джамаля. Потом тебя. Зихра легко отделалась. А теперь и Лейла. Чего ты ждешь? Чтобы кто-то умер? Чего ты ждешь? Если не хотите умереть, не идите к ней, вот и все. Мелек будет взаперти. И никуда не уйдет. Запомните это. Господин Девран, к вам пришли гости. Домашние, кому ее не показывают. Обследование может быть коротким, но мы должны это сделать. Другого выхода у нас нет, господин Мурат. Я ее осмотрю. Но как же я буду ее лечить? Судя по вашим описаниям, нужно серьезное лечение. Сначала сделаем вот что. Я найду выход. Я не могу оставить Мелек там. И ради этого я сделаю все. Я вытащу ее оттуда. Ты не беспокойся. Сегодня или завтра мы найдем его. Дай Аллах. Мне бы найти его. Отомстить за отца. И больше ничего не желаю. Приятного аппетита. Спасибо. Шехму сбежал.
Но сын его не спасется. Я его не оставлю. Прикончу своими же руками. Серьезно? Мне даже жалко его. Не хотел бы быть на его месте. Что случилось? Ты вся побледнела. Что, давление упало? Где ты? Ты забыла ребенка? А я говорила, за ним ухаживать ты не сможешь. Не плачь, сынок, не плачь. Ах, моя бедняга. Мать забыла про тебя. Иди ко мне. Иди ко мне, мой красавчик. Я тебя сильно люблю, Азат. Вот бы и ты мог полюбить меня. Я давно уже поняла это. Ты не можешь выкинуть из сердца Мелек. Ты не можешь. Я ухожу, Азат. Когда будешь читать это, я буду уже далеко. Время пришло. Скоро все уснут. Доброй ночи. Доброй ночи. У Деврана, видимо, были гости. Если пойдем сейчас, будет рискованно. Нужно подождать. Сынок, ты уже ложишься? Да, доброй ночи. Кто этот мужчина? Чего он хочет от тебя? Друг один, а что? Почему интересуешься? Он плохой. Держись от него подальше. Не встречайся с ним. Почему? Все, не волнуйся. Со мной ничего не будет. У него другая проблема. Оставьте все меня.
Это не мой дом. Я не живу здесь. Я пойду домой. Мне нужно идти. Я пойду домой. Я пойду домой. Ты собери все это и ложись. Если что, позовешь меня. Тетя Фатьма. Ты что, не спишь еще? Уже ложусь. А ты чего встала? Захотела воды. Собиралась попить. Разогреть молоко. Любишь горячего молока? Нет, спасибо. Не надо. Тетя Фатьма. Что бы я делала, если бы не было тебя? Ах ты, моя бессонная. Зихра, дорогая, ты в порядке? У меня все хорошо, тетя Зинеп. Но маме плохо. Дай Аллах, все будет хорошо. Она внутри? Кто ты? Чего ты хочешь от меня? Ты не узнала меня? Мы встретились с тобой в школе, помнишь? Хорошо, вспомнила. А пришла зачем? Я хочу помочь тебе. Мой друг задаст пару вопросов, хорошо? Доктор вылечит ее, не так ли? Дай Аллах, Зихра. Твоя мать сильная женщина. Я думаю, она справится. Ты только молись.
Меня зовут Мурат. Не беспокойтесь, я просто поговорю с вами. Госпожа Зейнеп сказала, что вы учительница. Вы помните, что вы учительница? А вам-то что? Зачем спрашиваете у меня? Чтобы помочь вам, хочу узнать вас поближе. У меня нет нужды в помощи. Выйдите отсюда! Выйдите! Успокойтесь. Я думаю, что нахождение здесь испортило вам нервы. Эти лекарства помогут вам. Не хочу лекарства. Я не больная. Выйдите отсюда. Я не знаю вас. Боже мой, что за крики, а? Эта больная опять орет. Не хочу вашу помощь. Выйдите. Выйдите, говорю. Выйдите. Ложитесь, я гляну. Милек, не приближайся. Успокойся, пожалуйста, выйдите. Мы вам не навредим. Милек, послушай меня. Я не хочу ничего, выйдите. Не хочу. Что здесь происходит? Спаси меня от них. Скажи им, чтобы они ушли. Хорошо, успокойся, я их выведу. Пошли вон отсюда. Давайте. Давайте. Ей нужна помощь. Ты не видишь ее состояние? Я займусь своей женой. Это не ваше дело. Девран. Господин Мурат, доктор. Он ее вылечит. Если будет нужен доктор, я найду его. Идите и больше не приходите. Давайте. Мам! Не называй меня мамой! Я не твоя мать! Хорошо. Я их отправил. Все. Успокойся. Почему я одна? Разве ты не мой муж? Почему они заходят в мою комнату? И почему ты не рядом? Дядя Девран, ты ее вылечишь, не так ли? Милек, давай вставай. Пойдешь к себе. Давай вставай. Мама, ты ее вылечишь, не так ли?
Она сошла с ума. Почему ты тащишь ее в наш дом? Она сошла с ума. Вчера напала на Лейлу. Неизвестно, что сделает завтра. Я еле спаслась. Еле отняли из ее лап. Хорошо, довольна. Я покажу ее врачу. Он сделает все, что нужно, и вылечит Милек. Да, но пока будут лечить, весь дом под угрозой. Почему ребенок плачет? Заткните его! Пусть замолчит! Проснулся, мой хороший? Иди ко мне. Иди к бабушке, дорогой мой. Иди к бабушке. Пускай ребенок замолчит. Пускай замолчит. Почему ребенок плачет? Он не замолкает с самого утра. Хватит. Я не могу слышать его голос. Заткните его. Мне что, слушать его целый день? Чего он хочет? В чем его проблема? Конечно, будет плакать. Его легкие раскрываются. А мне-то что? У него раскрываются, а я что? Не терпеть его? Хватит! Не хочу слышать этот крик. Хорошо, Милек. Его успокоит. Его успокаивают с самого утра. Ничего не сделают. Почему он плачет? Хватит! Голова болит от него. Хорошо, пойдем. Не беспокойся, пойдем. Все. Не успокаивают его. Не хочу его слышать. Ты права, но это же ребенок. Пусть не плачет. Пусть не плачет. Она вконец обезумела. Дай Аллах ей мозги. А мы что, пользу от нее видели? Когда она была умной? Когда? Мама, скажи Деврану, пусть закроет ее где-нибудь. Она так смотрит на Джамаля, будто бы убьет его. А разве Девран слушает? Чего я не слушаю, а? Мы говорим, убери эту женщину отсюда. Милек будет здесь, в своем доме. Сынок, она сошла с ума. Ты хочешь, чтобы она всех убила по очереди? Я говорю, я ее вылечу. Не беспокойтесь. Она будет прежней. Да.
Как будто прежней она была нормальной. Есть Милек или нет? Она не считается с нашим мнением. Тетя Шахмизад. Что, доченька? Мне нужно позвонить. Могу воспользоваться телефоном? А кому ты будешь звонить? Дядя Азат? Зихра? Как твоя мать? Все хорошо? Да, с ней все хорошо. И пусть будет хорошо. Дядя Доворан обещал, что вылечит ее. Она не в кладовке, в своей комнате. Это хорошо. Пускай ее вылечит. Хорошо. Почему ребенок плачет? Не замолкает. А пусть замолкнет. Пусть заткнется, заткнется. Может быть, это собьет его голос? Красивая песня. Если хочешь, поменяю. Очень шумный дом. Столько звуков. Не могу собраться с мыслями. Очень шумный дом. И мама беспокоится за меня. Мне нужно ехать домой. Моя мама тоже беспокоится. Не хотела пускать меня из поля зрения даже. Ты знаешь, я нашла мать очень поздно. Ей сказали, что я умерла при рождении. Не плачь. И Доворан понял, что Милек не в порядке. Наконец-то. И из комнаты вывел. Теперь она в своей комнате. Хорошо. Там ей будет лучше. Дай Аллах вскоре поправиться. Я уверен, что Доворан найдет хорошего врача. А что потом, а? Милек не может быть там. Ей будет плохо. Она не может видеть Зихру рядом с Али. Пускай Милек поправится, а потом посмотрим. Мы ее не бросим.
Заходи. Ну что, что узнал? Узнал. Женщину зовут София. В деревне ее никто не видел. Много лет уже. И не знают, где она. Это деревня тети Фатьмы. Шахмуз сбежал. Но его сын не сбежит. Я его не отпущу. Прикончу собственными руками. Фатьма, ты в порядке? Да, я сегодня пойду за продуктами и подышу свежим воздухом. Моя мать рисковала жизнью, чтобы спасти меня. Я ее сильно люблю. Я сделала все, что в моих руках. Если будет нужно, и жизнь свою отдам. Зехра, чего сидишь? Мой Джамаль голодный. Иди покорми грудью. Почему ребенок плачет? Почему не замолкает? У меня уже ноет в голове. Пусть замолчит. Пусть замолчит. Пойдем, доченька. Почему он столько плачет? Очень-очень шумно. Тетя София? Я тебе дам София. Сколько раз говорила? Не называй меня так, я Фатьма. Кто этот мужчина? Откуда ты его знаешь? Чего он хочет от тебя? Один друг, а что? Он плохой. Держись от него подальше. Он плохой. Узнал. Он женился на женщине по имени София. Никто не знает, где она. Давно не видели в деревне. Ты куда это? Я до дома. Присмотри за магазином, ладно? Да что с тобой? Что бы я ни делала, не могу от нее избавиться. Он прощает ее. Нам ничего не осталось. Она дьявол, вот и все. Но нет, я это так не оставлю. Что ты сделаешь? Девран на нее молится. Делай все, что она пожелает. А я сделаю такое, что он выкинет ее из этого дома. Иди ко мне. Хорошенько покорми его. И не оставляй одного. Неизвестно, что в голове у твоей матери. Моя мать не сумасшедшая. Просто заболела, но скоро поправится.
Ну да, поправится. Жди. Фатима здесь? Нет, ушла с покупками. Если что, я все сделаю. Работай. Нет. Я не позволю. Моему сыну ты не навредишь. Девран, я столько лет защищала тебя. И сейчас буду защищать. Добро пожаловать. Здравствуйте. А Хавин нет? Ее нет. Открыл магазин, а ее не было. Ушла куда-то и не вернулась. Я повешу. Спасибо. Эти цены пришли сегодня. Да? Отнесу это. Я ухожу, Азат. Когда ты будешь читать это, я буду уже далеко. Я хотела сказать, но побоялась, что ты не скажешь остаться. Я знаю, ты меня поймешь. Я стала заложницей безответной любви. Я не могу быть с тобой. И от любви избавиться не могу. Твое сердце принадлежит Мелек. И что бы ни произошло, оно будет с ней. А мне никогда не будет там места. Все будет хорошо. Это лекарство поможет тебе. Поможет тебе, я тебя уверяю. Слава Аллаху. Дай Аллах скоро станет на ноги. Дай Аллах. Ребенок весь день плачет. Весь день плачет. Но сейчас вроде молчит. Уснул уже, да? Нет, дала маме. Покормила, вот и уснул. Видишь, маленькая невеста начала привыкать. Научится быть матерью. Разве есть толк от ее материнства? Пока не скажу ей. Даже не вспомнит, что у нее есть сын. Не возьмет на руки Джамаля. Все будет, все будет. Время расставит все по местам.
Вы уезжаете? Ты никогда не полюбишь меня, как полюбил Мелек. Между тобой и Мелек есть невидимая связь. И никто, ни Девран, ни кто-либо еще не сможет оборвать ее. Я давно поняла это. Зная это, сложно продолжать здесь оставаться. И поэтому я ухожу. Оставлю тебя на Аллаха. И желаю тебе прожить хорошую жизнь. Что за шум? Что-то упало? Эта женщина принесет нам бед. А Джемаль только уснул. Джемаль? 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 Джемаль, где он? Я не знаю, правда. Когда проснулась, его уже не было. Мелек. Мелек! Мелек, открой дверь. Где мой Джемаль? Что ты с ним сделала? Открой дверь. Мама, ты внутри? Мама, где еще может быть? Там, с Джемалем. И закрыла дверь. Мама же неплохая. Зачем делать это? Просто он мешал ей, вот и все. Твоя мама дьявол. Она убьет его. А ты говоришь, она хорошая? Надеюсь, она ничего ему не сделает. Она же больная. Разве можно ей доверять? Мелек, открой дверь. Ничего не делай с ним. Иначе я тебя убью, понятно? Мелек, открой дверь. Если что-нибудь сделаешь ему, я тебя убью. Моя мать хорошая. Она ему не навредит. Я взяла ключи.
Может быть, открою? Говори Рустему, пусть выбьет дверь. Не подходит ни один. Милек, что тебе нужно от маленького ребенка? Давай, быстро ломай, давай. Открой дверь. Давай, открой дверь. Не плачь, я тебя освобожу. Чертовка, отдай Джамаля. Надоело уже. Свяжи ей руки. Что? Нет. Не делай. Ты не вмешивайся. Нет, нет, не делай этого, нет. Пусть ее заберут, позвони. Позвони в психушку, давай. Пусть закроют ее. Может быть, в себя придет. А ну-ка, выйди отсюда. Выходи. Вперед. Что случилось? Ребенок. Этот. Шехмус мой отец. Тогда я тут. Кого он ищет? Хорошо, мы ждем. Поспешите. Ну что, едут? Едут. Не беспокойся. Надоело уже. Пусть ее закроют. Бабушка. Умоляю, не отправляй ее. Она не виновата. Она не виновата. Убирайся отсюда. Ни Деврана, ни падишаха я не послушаю. Твоя мать уберется из этого дома. Не делайте этого, бабушка. Прошу вас. К тому же Девран найдет доктора. Она поправится.
Позвонить Деврану? Не нужно. Он не сможет помешать ей. Пускай лечит в психушке ее. Я ничего не сделала. Это больная? Да. А что, незаметно? Что вы делаете? Я ничего не сделала. Отпустите меня. Отпустите меня. Пусть отпустит меня. Отпусти. Я ничего не сделала. Отпустите меня. Я ничего не сделала. Мама, отпустите меня. Мама. Мама. Помогите мне. Я спасу тебя, мамочка, спасу тебя. Отпустите меня, хватит. Помогите. Отпустите меня. Мама. Мамочка. До свидания, Мелек. Мама. Мама. Ой,